Всем привет! Вы на канале ТикТок, меня зовут Тихон, и это у нас информационная минутка. Значит, что бы хотелось рассказать? У меня появилась своя группа ВКонтакте. Я продаю там товары, ну и всякие другие штуковины. Если вы туда зайдете и подпишетесь, то вы можете узнать мой номер. Да, мой номер телефона. Но смотрите, вы, если подпишетесь на Гослизон, ну, группу Гослизон Шоп. Ну, у меня ТикТок Шоп, а там Гослизон Шоп, понятно? Короче, такая фирмерская штукенция. Значит, и вы узнаете наши номера. То есть номера мой и моего друга, с которым я снимаю видео на Гослизон. И можете узнать Лёнин номер, но правда он занят, его сейчас лучше не беспокоить, целый год будем занят. Значит, ребят, приходите, подписывайтесь, и мы там буквально каждый день можете нам писать, мы будем вам отвечать, мы можем просто пообщаться. А, конечно, ссылка будет в описании. Значит, что еще хотелось рассказать вам? Мы будем выпускать видео через... не через неделю, а... через 2 дня. Выберите, пожалуйста, рубрику, а то вы то ставите лайки, то не ставите. И я не понимаю, что вам нравится, а что не нравится, какая рубрика вам нравится больше. Понимаете, я в таком пока что положении подбора. Значит, я напишу в комментариях, за какую вы рубрику. Проведем такой с вами опрос. Значит, я напишу рубрику под названием... это, как его, мобильные игры и рубрику под названием челленджи и что вы там еще любите? О, и эксперименты. Вот. И вы просто должны будете тыкнуть лайк под тот комментарий, которую рубрику вам нравится. Ну, которая рубрика вам нравится. Вот. И в зависимости от рубрики будут видео выходить с каким-то этим... переменной дат. Значит, если выберете челленджи или эксперименты, то пока я эксперимент придумаю, пока запишу, пока отредактирую. И еще время этому надо свое выделить. Это примерно раз в неделю будет выходить видеоролик. Если вы проголосуете за мобильные игры, то ролик будет выходить раз в 3 дня. Вот это я вам гарантирую. Так что голосуйте, я все в комментариях напишу, ссылка в описании на нашу группу ВКонтакте. Вот, вот подписочка на канал, ну вот кружочек горит. Значит, всем здоровья, удачи и пока!